Провести осенние каникулы с пользой. В ряде городских школ 27 октября стартовали осенние каникулы и начали работу лагеря с дневным пребыванием. Всего же во время осеннего отдыха профильная смена откроется на базе 20 образовательных учреждений Вологды. Чему смогут научиться юные вологжане во время осенних каникул, узнавала Мария Суворова. Можем взять его средний план. Это примерно 3/4. Если будет средний план, то будет слишком видно стену. И поскольку будет казаться, что это задний план, а не человек. Выбрать нейтральный фон, правильные ракурсы и, наконец, сделать снимок. Егор Упаков с профессиональным фотоаппаратом работает впервые, поэтому для него эта задача непростая. Чтобы научиться делать хорошие фотографии, он решил записаться на профильную IT-смену в 32-м лицее и провести каникулы с пользой. Такого фотоаппарата никогда не фотографировал. Я во-первых, боялся его выронить, во-вторых, боялся плохо сфотографировать. Думаю, что будет весело, и я узнаю что-то новое, тем более у нас каникулы. В 32-м лицее IT-смена проходит впервые в рамках лагеря дневного пребывания. Дать возможность школьникам расширить свои знания в области информационных технологий, научиться обращаться с современной техникой, реализовать собственный IT-проект. Решили не случайно. 32-й лицей с начала этого года стал базовой площадкой для реализации новой городской программы по развитию естественно-математического образования. Потому как у нас в лицее профильными предметами являются математика, информатика и физика, и поэтому мы решили, что и в период осенних каникул детям будет интересно общаться на эти же темы, но уже не в рамках учебных предметов, а, так сказать, за пределами, включая вопросы занимательного характера по этим же предметам и более углубленного олимпиадного типа. Осенние каникулы 27 октября стартовали и в ряде других городских школ, а некоторые учебные заведения решили сдвинуть сроки и отправить детей на отдых на неделю позже, с 3 ноября. Такое право сейчас есть у образовательных учреждений, но в любом случае детям будет чем заняться в свободное от учебы время. В течение каникул в учреждениях будут работать 20 лагерей профильных, где более около 900 детей, значит, будут заниматься по разным профильным программам. Помимо лагерей с дневным пребыванием, все учреждения дополнительного образования также проводят различные программы. Это и игровые программы, и научно-познавательные программы, и занятия в кружках, секциях. Все это ждет ребят и в рамках очередного IT-слета на базе муниципального лагеря «Изумруд» под Вологдой. Уже ставшим традиционным, выезд пройдет с 7 по 9 ноября. На 3 дня мы приглашаем ребят, кому это интересно. Туда приезжают гости, представители IT-компаний, проводят мастер-классы. И все это в обстановке лагеря с вожатыми, с песнями, с играми. Мы не сидим целый день за компьютером, мы интересно проводим время, при этом еще и знакомимся с информационными технологиями. IT-смена – это часть городской программы «Вологда IT-град», в рамках которой уже со школьной скамьи начинают готовить кадры для сферы информационных технологий. Уже сотни юных вологжан в возрасте от 10 до 17 лет попробовали свои силы в создании сайтов, компьютерных игр, видеомонтаже, профессиональной фотосъемки. Записаться на выездную смену в лагере «Изумруд» еще можно до конца октября. Мария Суворова, Михаил Прищев, Вологда Портал.